Сегодня мы будем ловить мрази куряк. Они мешают детишкам наслаждаться на своих площадочках. Вон, смотри, детишки бесятся. Они умрут от таких мразей, которые ходят и курят. Погнали. Бля, вон смотри, вон мразь курит. Пошли, пошли, пошли. Табачная полиция. Что за хуйня? Что вы делаете? Почему вы курите здесь? Кто вам разрешил? Нахуй ты снимаешь? Это детская площадка. И чего, блядь? Знаешь, что это не очень-то безопасно. Вон, детишки бесятся. Блядь. Ребят, я вас бешу? Нет. А хули ты пиздишь? Нет. Знаешь, сколько это? Это дешевле, чем вот это дерьмо. Посмотри на себя, блядь. Да я продал все, чтобы купить это. И чего, блядь, что, я теперь тоже должен это сделать? Да. Видишь, как мне хорошо, как я хорошо выгляжу. Кто лучше выглядит, он с сигаретой, либо я с этой хуйней? Мне вот это нравится больше. Да, понял? Она 5 косарей стоит. Что за хуйня, пацаны, прикол какой-то? Да. И что теперь мне делать? Отпустишь меня? Брось. Попробуй. Так. Нет, я не буду тебя пить. Дай сюда. Да. Дай сюда. А, блядь. Бля, валим. Эта бразь забрала у меня мой вейп. Придется курить обычные сигареты. Бля, тест прошел плохо. У меня жиги нет.